Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Та-дам! Безумно красивые ноготочки у нас получились. Почему-то этот дизайн вызвал бурю каких-то эмоций. Кому-то понравилось, кому-то жутко не понравилось. Ну, в принципе, на то он и дизайн, что он может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться. Лично мне здесь нравится все, кроме того, что его поела клиентка. Поэтому сегодня на этой поеденной руке будем делать коррекцию. Убираем длину, убираем материал, подготавливаем ноготки. И снова здравствуйте, потому что любимая часть процедуры дизайн ногтей. Итак, на этой руке у нас будет 5 разных пальцев, но в одной цветовой гамме. То, как мы делали моей маме, точно так же мы будем делать для Дианы. Диана разрешила нам побаловаться. Поэтому обратите внимание, сегодня в дизайне мы будем использовать вот такой вот темно-серый оттенок, который мы, кстати, прокладываем в один слой, потому что в два слоя нам красить лень. И к нему мы добавим неоновые цвета, из которых будем выдумывать всякие разные абстракции.
Итак, все знают про сочетание серого и розового оттенка, да? Если не знаете, то это одно из самых красивейших сочетаний вообще в мире, да, серый с розовым. Поэтому на серый цвет мы наносим розовый гель-лак. В розовый гель-лак мы добавляем смесь из розового гель-лака с белым и делаем такую себе перетушевочку, чтобы смешать эти два цвета и получить плавный переход. Совсем идеальный красивый переход в амбре нам не нужен, нам нужно, чтобы просто цвет вроде бы как плавненько перетекал из одного оттенка в другой. Далее к этой безупречной двойке добавляем еще один оттенок неоновый, желто-зеленый. Очень красиво дополняет он всю вот эту вот композицию и хорошо вливается к этим двум. Получается шведская семья. Конечно же, чтобы разбавить их, добавляем им еще блесточек. Теперь получаются нормальные две пары. Ну и после того, как перекрыли и выровняли все вот это безобразие, осталось нарисовать прорисовочку. Прорисовочка, как обычно, решает все. И на вот этой вот основе прорисовок можно было добавить 500 миллионов разных вариаций. Мы же остановились именно на вот такой. Причем такую прорисовку мы с вами уже где-то использовали. Не помню, на каких ногтях. Вы, конечно же, помните, вы лучше меня ролики смотрите. Поэтому, если кто-то вспомнит, оставьте ссылочку в описании, пожалуйста. Вернее, не в описании, в описании я потом добавлю, а вы в комментариях напишите. Я, кстати, вспомнила, где мы точно такую же прорисовку добавляли, но пускай это будет спецзаданием. Кто первый ответит, тот большущий молодец.
Ну а у нас тем временем получился вот такой вот интересный ноготочек. Он интересен своей необычностью и своим сочетанием цветов. Он может вызвать много эмоций у смотрящих, может кому-то не понравиться, и, конечно же, это будет не хорошо, не плохо, может кому-то нравится, а кому-то нет. Мне же нравится, клиентка в восторге. Мы с вами прощаемся, до новых встреч, пока!